Дрыгает ногами девчонка, подпрыгивая, в коротенькой оранжевой юбке. Может, не будет дождя? Прогулка на речку, лето 2010 года. Но вначале импровизация на фортепиано. Это неокосевший сторож выглядывает сквозь мутное стекло психбольницы. Нет, это солнце сегодня на небосводе. В 7 вечера приветствует меня, пока я по лестнице спускаюсь вниз на прогулку. Ладно. Скажем про день, что он перламутровый. Но действительно серые облака перемешиваются кое-где с голубоватым или с желтоватым отливом. А вон там вдали, так просто чистые небеса. Откуда солнце пришло? Да. Но я хотел сказать, какая взъерошенная природа, тем не менее. Ветки все время выворачиваются наружу от легкого ветра. Интер написано большими буквами, нет, маленькими, салон. Я сначала удивился, а потом подумал, ведь это действительно самое главное, что международное. Сеть. Теперь понятно, почему так сильно сердит некоторых людей, которые привыкли ставить границы между государствами. Да, интернет, надо говорить, а не просто интернет. Как вот эта простая консервная банка. Неожиданно речку автобус мне предложил. Это, конечно, приятно, но тревожно немножко. Как бы дождь меня там не прихватил. Долго придется по тропам с курткой на голове мне идти в случае дождя до какого-то транспорта. Ну не сидеть же, а, впрочем, может быть, и сидеть под мостом. Когда ливень слишком большой. Это даже приятно идти летним сумрачным полем к реке. Пахнут травы и не жарко. В какой-то мере свежо. В какой-то мере свежо и в настроении тоже. Река в золотистом кимоно сегодня. Среди золотистых подушек. Я вижу, мелькает ее силуэт. Надо же, дерево сломалось, и прямо почти что на другой берег реки. Можно как-то, если осмелиться, то и пройти. Пара, обнявшись, махнула рукой и отправилась к берегу речки. Все так же, обнявшись. Ну, я знаю, хотя они стоят, разговаривают,
В мыслях дело, им нет до воды. Их больше интересует влага их ртов. Вот что им хотелось бы соединить. А недаром я остерегался. Посмотрел вдаль, туда, куда речка уходит. Там темно-притемно. Что-то даже капнуло на щеку, вроде соринки. А может, и капли мельчайшие. Под мостом, где ребята валиками чего-то закрашивали, чтобы освободить место для росписи, для своих, ничего нового, интересного, в общем-то, не появилось. Ну, лишь одна надпись меня увлекла, потому что внутри букв какой-то чудится мне звереныш. Буквы, естественно, мне даже не хочется расшифровывать. П, Е, Р, Л. Ну, в общем, все это неинтересно. Ах, метровой почти что трава подросла, если мерить по этим шапочкам, которые вскинули тонкие ветки с множеством семян. Когда солнце ярко не бьет в глаза, с метрового мостка без перил над рекой лучше видно, спокойнее видно, что речка мутна и темна, извиваются гирлянды растительности, подводные ее, и сбежались, склонившись кусты и деревья к реке. Ну а травы просто бархатисто раскинувшись по-барски ликуют. Тропа извивается среди высоких травы, но как собачонка, которая бежит и не знает, когда и где ей свернуть. Или как деревенская девушка, которая говорит только «да» или «нет» от смущения, но предпочитает только «нет» говорить. Тропа отошла от реки, но слышно мне было, как жалобно утята звали свою ненаглядную матушку, как матушка их пролетала тревожно, выкрикивая чего-то. Наверное, утенок у них потерялся. Что еще думать? А вот здесь, в узком месте, у самой реки, трава уж по плечи. Как это отрадно! Будто сам я в детство впал, и это братья и сестры быстро растут вместе со мною. Клевера, клевера россыпи, то ли звездное скопление, то ли рассыпанные из сундуков жемчужины вызывают ощущение богатства. Суворовцы на том берегу, взрослые уже ребята, руки согнуты в локтях, толстые обозначают за окончание учебы, за присвоение звания, видимо, пьют. Ах, там, где река разлилась широко перед метромостом, где течение сразу стало потише, вдруг посередине реки желтый лотос. Ну, не лотос, желтый, желтый расцвел, цветок водяной. Как же называется, я забыл. Ну да, желтые лилии. А почему выскочило все из головы? Потому что пока я размахивал рукою, жестикулируя поворот каждой фразы, пара меня наблюдала парней на берегу и думала, вот странный какой человек. И это немножко меня отвлекало.
Что-то ожесточенные воробьи на дереве обсуждали. Так я и не понял. Ну, спорили, будет или не будет дождя. Мне кажется, я вижу удары капелек о зеркальную воду. Точно. Вот что-то упало слева над бровью ко мне. Дрыгает ногами девчонка, подпрыгивая в коротенькой оранжевой юбке. Может, и не будет дождя. Впрочем, отец ее и брат, вероятно, уводят уже по дорожке домой. Ах, как тепло перед дождем идти по тропе. Видимо, воздух остановился, прежде чем бросить капли на землю. Мне кажется, редкие капли, упав, опять высыхают на плитах бетонных. Но дождик настойчивый. Слышу уже, как он с листьями начал свои разговоры. Эх, к мостку железному со ступню шириной спускался я по траве, накрыв уж голову жилетом своим, чтоб не капал сильно. Ах, как река реби! И быстро рябь эта проносится под мостом. Все равно хочется постоять, посмотреть, откуда река течет и куда. Жажда все-таки приключений. Долго думал, идти ли низким топким берегом мне, или верхом по кирпичной серой дорожке, и все-таки решил низким местом пойти. Ну и зря. Трава ведь намокла, и носки моих белых тапок уже потемнели. А там еще скользкие крутые берега ожидают, где можно черпнуть и по пяткам. Где-то можно черпнуть и по пяткам жидкой черной грязи. В общем, что-то мне предстоит. Ах, белая кашка по плечи. Зрелище жизнерадостное какое. Пахнет крапива с каким-то ужасным кулинарным оттенком. То ли я проголодался, хочется нарвать и бросить тарелку все с супом и съесть ее с вареным яйцом. Зазевался в топком месте одном, пока свой верлиб разлагал, не заметил, как нога погрузилась в черное что-то, и правый носок у белого тапка не серый уже от воды, а черный. Какое теперь у меня разнообразие на ногах. Вдохновение меня осенило. Увидел пустую бутылку, что к дереву прислонилась, не желая уплывать далеко от родных мест к дальним берегам по реке. Наполнил ее водой, сполоснул перед тем и поливал на ногу. Скоро черный носок у тапка, черный носик у тапка стал, как полагается, серым, как и левый, что тоже намок от воды.